Всем привет, мои хорошие! Наконец-то дошло вот это дело до моих этих кабачков, вот этих, видите? Я уже приготовила фарш. Ну, фарш каждый готовит как может, да? Соль, перец и что еще? Соль, перец, зелень, мелень. Но у меня, короче, вот так. Вот так сделаю. Сейчас духовку. Сейчас еще пару этих сумков. Ну, еще там этот пару сумков, да, сейчас. Так, мои хорошие, я взяла всего лишь 4. Вот так. Фарша много, но я хочу еще что-то другое сделать. Это духовку пойдет. Фарш говяжий. Вообще говяжий фарш. Можно сказать, это диетическое. Так, насчет прививки, Оскар пойдет в среду. Я не записалась. Хотя он меня так усердно уговаривал. В общем, сейчас этих пару этих тоже сделаю. Все заняло, блин. Пару грибов вот так сверху положу. А потом перед тем, как снять, наверное, моцарелла положу и все. Сейчас вот это все пойдет. Пока вот это идет в духовку. Это быстро, да, делается. Я почистила, очень легко чистится, чтобы вы знали. И режется вот так головка. Нарез вот так делается, потом ложкой вот так снимается. Все вынимается очень легко. В общем. Так. Так что попросила Оскара, говорю, Оскар, когда, в общем, сделаешь прививку, снимешь, даже если сюда чуть-чуть это масло кину, говорю, когда прививку сделаешь, снимешь мне и покажешь, и я потом сниму вам, как он себя чувствует. Так. 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 Это можно в духовку там на хотя бы на 40 минут отправим. Это можно даже завтра на работу взять. Перед тем, как снять, конечно, я сделаю с сыром. Я поставлю на 210 на 40 минут вверх и вниз. Ну, а сейчас хочу нарезать кабачки. Ой, кабачки. Хочу это сделать одну вещь вот с этими. Как они? Синенькие. Синими. В общем, видно вам? Да. Как же делается? Вот так. Так что вот такие дела. Спасибо за комментарии. Спасибо, что вы написали. Я все почитала. Вот так сделаю. И поставила вам всем сердечки. Сейчас позвоню Танечке. Узнаю, как она. Так, постараюсь это резать, но только чтобы... Сейчас я вам еще чуть-чуть нагну это. Постараюсь резать, но только чтобы не до конца, так как пополам. Вы представляете, это я вчера, я вот так сделаю, чтобы до конца, да, не резать. Нет, это... Короче, что хотела сказать. Я такие еще вещи не поменяла. Представляете, вот такая я.
Да? А теперь я левша. Видно, да, вам? Получилось. Вот здесь отрезала, девочки, здесь не получилось. Вот эти два сильно пошла. Видите? Ну ничего. Постараюсь. Так, сейчас этот, чтоб не горькое было. Значит, постараемся так на 20 минут. Так, значит, это, чтобы не до конца, да? Вот так, наверное. Так. Видите, первый у меня не получилось, как бы. Ну как, отрезала до конца. Ну ничего страшного, что-нибудь придумаю. А теперь... И это нормально уже получилось чуть-чуть. Можно чуть-чуть. Вот это уже нормально. Можно чуть-чуть. Так, воду. Это почти. Как ты так? Думаю, может, сейчас это закончу. Тане позвоню, если она возьмет. Если у нее настроение будет разговаривать. Не знаю. Так, нормально. Так, вот, класс. Здесь можно еще, вот так. Так. И вот так. Представляете, я сегодня спала. Ладно, я эти потом помою. Я сегодня спала. Тамара Шик мне пишет, давай выходи прямой эфир ТикТок. Думаю, ладно, надо выйти. Вышла. А потом обратно в постель. И легла спать. И проснулась, представляете, в час. Час или полвторого, не помню. Мне надо вещи сейчас начинать. Ничего не делала вчера. Вчера пришла с работы. Я вам потом себя покажу. Вы меня увидите, скажете, ну ты даешь, Алина. Короче, цвет волос поменяла, это ужас. Так, все. Сейчас тарелку поставлю. Пускай. Время засекаем. 15-20 минут. Пускай горечь выходит. Да? Ну, а мы потом соединимся. А это фарш. Надо будет хорошо вот так сделать. Надо было и
Лук очень мелкой листеркой, чтобы не было проблем засунуть именно внутрь. Но ничего. Вот так сделаю. Если останется, ничего страшного, то сделаю котлет или суп с тефтельками. Так, соединимся попозже. Так, сделаю зажарку на потом на синенькие, на баклажаны. Потом сверху, чтобы баклажан. Здесь положила лук. Красный перец, у меня зеленого не было. Положила желтый перец и чеснок один. Сейчас у меня тут шампиньоны, морковка. Сейчас посмотрю, у меня есть этот помидор. И кока-колу выпью. Есть. Я знаю, что я купила вот такой уже нарезанный помидор. У меня волосы сейчас такого цвета. Вот такого. Ужас! А то не смешно. Так, чуть-чуть это зажарим. Я, наверное, супа хочу, знаете. Наверное, сделаю супчика тоже. Так хочу горячего. А, быстренько Алина все сделает сейчас. Ну, это на плов. Купила в русском магазине. А сейчас мне вот это сделаю. И пару этих кину все. Да, что-то у меня супа хочется горячего. Мальчики будут кушать там. Есть у нас обед? Короче, я вам потом покажу. Так, ну что, мои хорошие, я уже и суп поставила, представляете? Сейчас делаю этих пару тефтелек вот этих и кину суп. Мой муж иногда говорит: Алина, ты такая быстрая в кухне, что все быстро делаю. Да. Я когда захожу в кухню, я могу за час приготовить 5 блюд. Он в шоке, вот именно радуется, когда видит, что я, например, так быстро что-то приготовила. Еще когда заходит и видит, что я не одно блюдо приготовила, а 5 или еще, он говорит: ого. Я еще хотела пожарить капусту, но это, наверное, завтра. Завтра приду с больницы и сделаю, наверное, капусту. Сейчас покушаю и, наверное, начну заниматься вещами. Буду заниматься вещами. Вещи сделала. Снег. Один день, когда выходной, не успеваешь, да, ничего делать, и настроения как-то нету. Девочки, спасибо большое за подписку, за лайки, за дизлайки. Честно говоря, иногда, когда нет просмотров, даже настроения нету снимать видео, честно. Раньше как-то было настроение, когда хоть 1000 просмотров было. А когда заходишь и смотришь, что еще даже этих 10 минут даже никто не хочет смотреть, знаете, полностью, хотя бы 5 минут, и топит канал, понимаете, и думаешь: блин, зачем оно мне надо, людям неинтересно. Поэтому эти 2 дня думаю: да, не буду снимать. А сегодня думаю: ладно, что-то интересное готовлю, сниму.
Все, зажарка, все, сейчас достану. Сейчас я вас подключу. Я вам одну покажу, как буду делать, ну а потом уже дальше покажу. Зажарка уже готова. Наверное, этим удобнее будет, да, мои хорошие? Постараюсь. Или руками? Не знаю. Сейчас посмотрим. Вы так делали? Не знаю. Сейчас постараюсь делать. Да, лучше руками. Я люблю руками, ну, работать. Не знаю. И напишите мне, пожалуйста, ну, готовили вы так или нет. Если готовили, то напишите, вам нравится или нет такой рецептчик. Я вам показываю вот это, как я делаю. Да, вот. А вы потом напишите. Сегодня из дома вообще не выходила. Я же говорю, что один день это мало для женщины отдыхать. Вообще ничего не успеваю делать. Женщине надо хотя бы 2 дня быть дома, субботу и воскресенье. В субботу встать, делать дела, дом убирать, все слаживать, вечером отдыхать, в воскресенье вообще полежать. Или пойти пройтись. А так один день дома. А что я успеваю делать? Вот скажите, что? Ничего не хочу делать. Один день дома. Что я могу делать? Ничего. Вроде во вторник с мужем говорили, что во, пойдем там где-нибудь покушаем, где море там, пройдемся. Нету желания. Ходить далеко, где-то там сидеть, кушать. Ну, не хочу я что-то. Вчера, представляете, я пока спала, что делали мальчики. Я вчера, во сколько легла? 8, короче, я вот хотела спать. Что делали мальчики? Заказали еду чино, представляете? Вот они каждый выходные должны заказать или пиццу, или чино. В общем, заказали рис, там мясо. С этими, с орешками, бамбу. Вот мальчики дают. Мне говорят, хочешь? Я говорю, нет, не хочу я ужинать. В общем. Ночью проснулась, 1 парацетамол выпила и легла обратно спать. Ух ты! Чё-то так получается.
здесь вот так получается, а здесь вот так. Потом подключу, когда все сделаю. Окей? Так, ну что? Вот так получилось. Все. Положим. Пожарим чуть-чуть вот так. Это то, что, помните, изначально разрез пошел глубокий. Я спички вот это, ну, чтобы фарш не это. Сейчас. Жарится. Чуть-чуть просто прожарим это. У меня тут и суп, и все. О, хозяйка моя, смотрите. И суп. Видите, какая хозяйка? Вот с двух сторон по 5 минут вот так прожарю, потом дальше вам покажу. Поставила другие пожарить. А, супчик мой. Так, мои хорошие, уже здесь они. Итак. Ой, сколько у меня тут мыть. Стоп, поиспачкала тут. Помните, я зажарку делала? Это то, что я с этими, с букашками. И вот это. Сейчас поставлю. Я почему руками взяла, ну, чтобы не поломать. Потому что идет как гармошка. А вот это то, что изначально было с этими букашками. Сейчас еще воды добавлю чуть-чуть и пускай варится чуть-чуть в своем вот этом соку. Наверное, надо было и побольше сковородку взять, но ничего. Сейчас сделаем тихо. Туда сейчас петрушки, лаурель. А где этот лавровый лист? Петрушки. Суп мой готов тоже. Пару горошек перца. А, сейчас я кину туда. Будет. Парочку. И добавлю чуть-чуть воды. Ну, чтобы на своем пару вот это все готовилось. Так. Делаем. Так.
с этими букашками. Ладно, это так кинем, пускай вот так варится этот, потому что на спину упала из-за того, что палочки засунула. Пускай варится. Я вам поближе покажу. Вот, мои хорошие, видели? А потом, когда все закончится, посмотрите на мои волосы. Что, Алинасти? Ладно, когда закончится все это, я вам покажу, что получилось. Окей? Хорошие, вот что у меня получилось. Вот горшочки мои, вот и баклажаны. Ну что, попробуйте и напишите в комментариях. Люблю, целую. Пока.